Друзья, всем добрый день. Демонстрируем регулируемый выхлоп на очередной сделанной нами машинке. В данном случае это S550 4.6 B-Turbo на спортивных катализаторах и на регулируемом выхлопе. Значит, закрываем заслонку, слушаем выхлоп. Это были закрытые заслонки, сейчас мы открываем их. Слушаем выхлоп. Вот такой вот результат. Значит, провели мы работы по машинке Stage 2, установка спортивных катализаторов и регулируемый выхлоп. Всем хорошего дня!